Здравствуйте, друзья. Я, собственно, вчера пытался сделать этот сюжет, но мне говорят, а вот там адрес человека, так я его заклеил. Значит, письмо это пришло, бандеролька такая, пришла от Сергея с канала «Другая Америка», вот из Беринг Спрингс, штат Мичиган, пришла мне на офис, и бандеролька эта принесла с собой книжку. Книжку эту написал Сергей о том, как он первый раз попал в Америку. Он приехал и работал в лагере детском, там летнем, да, вот в 1995 году. Американские дневники, 95-й год. Я так понимаю, что он писал, а потом издал книжку, как это часто бывает. И видео у него много тоже, там называются «Американские дневники», если вы посмотрите на канале у Сергея. Так что вот мне не просто книжка, друзья, мы же блогеры, писатели, там вот у меня с надписью, пожалуйста. Я тоже Сергею свою подарил с надписью, вот от автора. Там, почерк хороший, я вот поражаюсь, как люди сохраняют почерк, пишут русскими буковками. У меня смешиваются при письме от руки, смешиваются заглавные с прописными и русские с английскими. В общем, очень интересная такая фигня, можно сказать, получается. Вот человек пишет, как он приехал 18 июня 1995 года и что из этого получилось. Вот такая книга. Я еще не читал сам, но как бы зная Сергея, я рекомендую. Вот, и я дам ссылку на канал в описании к видео, на всякий случай, для тех, кто, может быть, не знает канал Сергея, обязательно посмотрите, познакомьтесь. Вот, и книжка эта где-то доступна в продаже, я тоже дам ссылку. То есть, где-то есть какой-то сайт, где они там продаются. Вот, так вот. Можно сказать, такая новость и как бы рекомендация заодно. Счастливо!